В этом видео будем лепить собачку из воздушного пластилина. Нам понадобится полный пакетик коричневого, чуть-чуть белого, чуть-чуть черного. От полного кусочка коричневого отделяем примерно 1/3 часть. На ушки, мордочку, лапки и хвост. Основную часть раскатываем в шарик и надеваем на палец как колпачок. Это сделает фигурку нашу более устойчивой. Также можно будет ее надевать на палец, чтобы играть. От оставшегося куска отделяем примерно половину и разделяем ее на две части. Это будут у нас два уха. Оставшийся кусок разделяем примерно на три части. Одна часть это будут уши, вторая хвост, третья морда и лапки. Один кусочек разделяем на две равные части и делаем из них ушки. В форме бумеранга можно примерно слепить. Берем небольшой кусочек, разделяем на две части. Это у нас будет мордочка. И еще один кусочек разделяем на две части, скатываем палочки, это лапки. Теперь оставшийся кусок превращаем в хвостик. Берем немножко белого пластилина, буквально два маленьких шарика нам нужно сделать, чтобы у нас получились глазки. Потом берем немножко черного пластилина, делаем из них носик и два маленьких зрачка для глазок. Вот такая получилась собачка. Вау-вау, привет, я большая собака, поставь мне лайк и не забудь подписаться на канал.